не мов би ми самі рішаємося, не мов би ми одні, і навіть не подумав ти в собі, що Бог Отець дав життя тобі. Де сіль в житті, шукаю мети, хто все розкаже мені? Без Бога не життя, на серці сум і пустота. Без Бога не життя, мов жити без сонця й тепла. Без Бога лиш марнота. Бог створив тебе і хоче все змінить тобі. Твоє життя марне, бажає він подати все нове, як тільки ти даси життя своє. Де сім житті шукаю мети, хто це розкаже мені? Без Бога не життя, на серці сум і пустота. Без Бога не життя, мов жити без сонця й тепла. Без Бога лиш марнота. Сіль в житті шукаю мети, я все розкажу тобі. Без Бога не життя, на серці сум і пустота. Без Бога не життя, мов жити без сонця й тепла. Без Бога лиш марнота. Бо тільки Бог один дає ми душі і спокій, бажає життя тобі. Слава Богу! Слава! Привет, Финланд! Tuon terveisiä seurakunnastani. Ja привез вам приветствие из церкви. Olen pastorina seurakunnassa, jossa on 2500 jäsentä. Ja являюсь пастором церкви, где 2500 членов. Kun kerron, että tulen Ukrainaan. И когда я приехал на Украину. He lähettivät kaikki paljon rakkaita terveisiä. Церковь передала огромные приветы вам. Kahden viikon kuluttua. В течение двух недель. Meidän maassamme on suuret hengelliset juhlat. No, у нас будут через две недели большие праздники в Финляндии. Sinne tulee noin 30,000 ihmistä. No, примерно 30 000 человек соберется туда к нам. Saanko viedä teiltä terveisiä? Можно ли от вас туда перевести привет? Kiitoksia. Спасибо. Кто за руку поднимите? Amen. Minun kädessäni on kirja. В моей руке книга. Maailman arvokkain aarre. Драгоценнейшая книга в мире. Tämä on Raamattu. Это Библия. Tämä kirja kertoo minulle, kuka on Jumala. Эта книга говорит мне, кто есть Бог. Voin tietää hänestä jotakin. И чтобы узнать о нем что-то. Sen tiedon saan tästä pyhästä kirjasta. И все, я узнаю из этой святой книги. Tämä kirja kertoo minulle, эта kuka книга on Jeesus. Говорит мне, кто Иисус. Tämä kirja kertoo minulle, kuka on Pyhä Henki. Говорит мне, кто Дух Святой. Tämä kirja kertoo minulle, kuka olen книга minä. Книга говорит, кто я. Tämä kirja kertoo, minne minun pitäisi mennä.
Книга говорит, куда мне надо идти. Tämä kirja kertoo minulle, miksi olen sellainen kuin olen. Эта книга говорит мне, почему я таков, как есть. Minä rakastan tätä kirjaa. Я люблю эту книгу. Se on leipä minun pöydälläni. Это хлеб на моем столе. Se on valo, joka valaisee. Это свет, который светит мне. Se on juoma, joka это напиток, janoni. Который утомляет мою жажду. Rakastan tätä kirjaa. Я люблю эту книгу. Ensimmäisenä tästä kirjasta minulle opetti äitini. Mama научила меня прежде всего из этой книги. Kun olin aivan pieni poika. Когда я был малышом. Minun äitini on venäläinen. Моя мама русская. Ja isäni on suomalainen. Отец фин. Silloin kun oli Suomen ja Neuvostoliiton välinen sota. Когда между Союзом и Финляндией была война. Suomalaiset miehet hyökkäsivät sinne Venäjälle. Финны отогнали русских от границы и заняли. Ja eräästä pienestä venäläisestä kylästä. И в одной маленькой деревне. Maakellarista nousee esiin eräs perhe. Картофельной яме подняли семью. Tuossa perheessä oli isä ja äiti. И там в этой семье было отец и мать. Kaksi tyttöä ja kolme lasta. Две дочери и трое сыновей. Hyvin pelokkaina he tulevat это, sieltä esiin. Они в страхе поднялись оттуда. Mitä sodan keskellä meille tapahtuu? Что произошло в среде войны? Mutta hetken kuluttua he rauhoittuivat. Но прошло немножко время. He huomasivat, että они увидели, что эти люди ничего не делают для русских плохо. Näin kuukaudet vierivät. И так месяцы прошли. Ja siinä yksi suomalainen nuori mies. И один молодой финский человек. Rakastuu tämän перheen tyttöön. Полюбил девочку из этой семьи. Ja niin he menevät naimisiin. И они поженились. Venäläinen tyttö. Русская девушка. Ja suomalainen nuori mies. И финский молодой солдат. Heistä tulivat minun и isäni. И они стали отцом и матерью для меня. Kun olin aivan pieni poika. И когда я был малышом. Äitini opetti minulle мама tästä научила kirjasta. Меня из этой книги. Isäni työskenteli kaivostyömaalla. Отец мой работал в шахте. Eräänä päivänä и однажды там произошло несчастье. Hän oli kaksi vuotta aikaisemmin tullut uskoon. Он два года до этого уверовал. Ja perheessäni palveltiin Jumalaa. И в семье служили Богу. Tuon kaivosonnettomuuden myötä isäni kuolee. И после несчастного случая в шахте отец умер. Äitini oli 24-vuotias. Маме было 24 года. Kun hän jää kolmen pienen lapsen kanssa. И когда она осталась вдовой с тремя детьми. Ei yhteiskunnalta apua. И нет от общества помощи. Ei omaisia. Нет родных. Ei ketään ihmistä, jonka нет puoleen никакого kääntyä. Человека, который мог бы помогать. Mutta hän oli löytänyt pari vuotta aikaisemmin но Jeesuksen. Два года до этого она нашла Иисуса. Ja niin hän opetti meidät luottamaan tämän kirjan sanomaan. И они также стали учить нас надеяться на него. Niin kaukaa lapsuudesta kuin muista. И как долго с детства я помню себя. Meidän kodissamme рукоили. В нашем доме молились. Usein olimme sängyn äärellä полуvillamme. Часто мы склонялись около кровати. Äitini. Мама. Ja kolme пientä lasta. И трое маленьких детей. Tämä kirja oli avoinna sängyllä meidän edessämme. И эта книга была открыта всегда на кровати у нас. Ja usein äitini и sanoi часто näin. Мама говорила. Meillä ei ole isä, joka у нас нет папы, который помог бы нам. Meillä ei ole sukulaisia, у нас нет родственников, которые помогли бы нам. Mutta täällä Raamatussa. Но в этой Библии täällä sanotaan, että написано Jumala, так, что Бог hän on orpojen isä, он отец сирот ja hän on leskien turva. И защитник вдов. Ja niin me yhdessä рукоилимme Jumalaa. И вместе мы молились Богу. Pienet lapset маленькие дети ristiin. Складывали руки ja рукоилимme и Jumala. Молились Богу. Silloin opin, и там я научился, että tämä kirja, что эта книга ei ole vain paino mustetta это paperilla. Не просто напечатано буквами на бумаге, tämä kirja on но это книга sana, живое Слово Божие, joka toimii, которая действует. Ja niin lapsuudestani из детства я помню множество людей. Joskus meillä ei ollut ruokaa. У нас не было иногда еды. Joskus ei ollut kenkiä. Не было обуви. Ei vaatteita. Одежды. Mutta me olimme palvillamme. Но мы стояли на коленях. Tämän kirjan äärellä. Перед этой книгой. Ja rukoilimme. И молились. Jumala. Боже. Sinä olet orpojen isä. Ты отец сирот. Sinä olet leskien turva. Ты защитник вдов. Me pyydämme, että sinä autat meitä. Мы просим тебя, чтобы ты помог нам. Monesti sain uudet kengät. И многие часто получали новую обувь через чудеса. Лапсуутени oli hyvin köyhää. И мы в детстве жили очень бедно. Usein oli puutetta ruoasta. И не хватало еды. Ja usein äitini sanoi näin. И мама говорила. Että tänään ei ole muuta ruokaa. Сегодня нет никакой другой еды. Kuin перунаa ja suolaa. Кроме как картошка и соль. Ja niin söimme sitä. И мы кушали это. Ja minusta tuntui, että se oli maailman parasta ruokaa. Чувствую, что эта еда самая лучшая в мире и сейчас. Vielä näin aikuisena. И когда уже сейчас. Joskus otan vain перунaa ja suolaa. Я беру соль и картошку. Lapseni vähän minulle hymyilevät. Дети мои, ну, смеются надо мной. Mutta se on minulle parasta но ruokaa. Для меня это лучшая еда. Jumala valmisti makuherkkuja. Дал мне такой вкус приятный от нее. И мы лапсуудес. Можем получать с детства многие чудес. И помню однажды осенью наступала холодная зима. Äitini,
Мама? Ehkä siinä 26-27 vuotias nainen. 25-27-летняя женщина. Она сказала, meillä ei ole puita. Сказала, у нас дров нет. Ja kylmä talvi on tulossa. Холодная зима наступает. Talo oli puilla lämmitettävä. И комната отапливались дровами. Ja niin hän taas kokosi meidät lapset vuoteen vierelle. Она собрала нас около кровати. Ja siinä me laitoimme pienet kätemme ristiin. И мы маленькие руки сложили мы. Ja rukoilimme. И молились. Leskien isä. Отец. Ja orpojen turva. Отец. Вдов anna и сирот, сина, дай puita. Нам дров. Мы, лапсет, мы дети кантали. Даже не несли заботы об этом. Но когда я только вырос, тогда понял, какая äidillä. Забота могла быть у мамы, kun talvi on tulossa, когда наступала puita. Зима, а нет дров. Kaksi päivää tämän rukouksen jälkeen. После двух дней молитвы. Meidän pihamme ajoi traktori. В наш двор заехал трактор. Täydessä puukuormassa. Наполненный дровами. Kuljettaja tulee kysymään. И тракторист спрашивает. Asuuko täällä sen живет ihminen? Живет ли здесь такого имени человек? No, kyllä asuu. Да, живет. No, täällä on teille puita. Вот вам дрова. En minä ole tilannut говорит, puita. Я ж не заказывала их. No, mutta teille ne on käsketty tuomaan. Но мне сказали привезти их сюда. No, paljonko ne maksavat? А сколько дрова стоят? Vaikka äitini tiesi, että hänellä ollut rahaa. Мать знала, что у нее нет денег оплатить их. Kuljettaja vastasi. Тракторист сказал. No, ne on jo maksettu. Они уже оплачены. Vielä tänäkään päivänä. И до сегодняшнего дня. Me emme tiedä, kuka ne maksoi. Мы не узнали, кто оплатил эти дрова. Mutta sen tiedämme. Но знаю. Että Jumalalla on puita. У Бога есть дрова. Hänellä on leipää. У него есть хлеб. Hänellä on vaatteita. У него есть одежда. Hänellä on terveyttä. У него есть здоровье. Ja у него есть все, в чем нуждаемся мы. И эта книга minulle. Говорит нам об этом. И когда Jumala, я пойду к Богу, huomaan, я увижу, что каждое ja слово, оно исполняется и действует. Näin lapsuudessani kasvoin tämän kirjan ympärillä. Я рос вместе с этой книгой. Sitten myöhemmin kodissamme kokoontui muutamia emigrantteja venäläisiä. У нас в семье собирались эмигранты русские. Me lapset kuuntelimme heidän puheitaan. Мы дети слушали их беседы. He keskustelivat они hyvin huolestuneet. Они беседовали озабоченно. Olemme saaneet uutisia. Мы получали информацию, Neuvostoliitossa, что в Советском Союзе seurakunnat on lyöty hajalle. Церкви гонимы. Пасторит он вангилоса. Пасторы в тюрьмах. Ja Raamatut on и Библия отнимает. Palavasti nämä ihmiset rukoilivat. И вот эти горячо молились эти люди. 4-5 ihmistä. 4-5 человек. Hyvin usein muistan. Очень часто я помню. Kuinka lapsuuteni kodissa. В детстве, в детстве дома. Täytti turkoushetken sellainen kirkkaus. И эту молитву наполняла такая слава. Että tuntui kuin taivaan enkelit olisivat olleet täynnä. Что как будто ангелы находились вместе с нами в этой квартире. Siellä rukoiltiin kärsivän Neuvostoliiton seurakunnan puolesta. И там молились о страдающем Советском Союзе. Kun minä pienenä poikana и когда я маленький näitä, мальчиком слушал это, silloin tein päätöksen, тогда я принял решение, että kun minä kasvan когда aikuisen, я вырасту, niin minä vien Raamattu я ja буду возить Библию в Советский Союз. Minä vien Raamattu я ja повезу Библию в церкви. Kun sitten täytin 15 и когда исполнилось 15, niin tein ystäväni kanssa я с другом своим делал так. Teimme tällaisia tyroslaatikoita. Мы делали но пенопластовые коробки, наполняли их библиями, на моторной лодке уезжали в Финский залив, и когда ветер дул с севера на юг, опускали эти пакеты на волны, и ветер дул и гнал. Ja me siunasimme и мы благословляли эти посылки Herra, и сказали, Господи, дай, чтобы какой-то эстонский рубак поймал эти коробки. Мы отправляем это для церкви туда. Мы были какими-то простыми детьми, 15-летние ребята, посылали Библии в Советский Союз. Mutta tiedätkö, но знаешь ли, toistakymmentä vuotta sitten, чуть больше 10 лет назад, saarnasin pastorin я был на пасторской конференции в Киеве ja kerroin tämän, и рассказал об этом. Tuon tilaisuuden jälkeen, и после служения подошел ко мне один старый человек. Hän oli varmasti yli 80. Ему было больше 80. Hänen kädessään on oikein kuulunut Raamattu. Его была очень потрепанная Библия. Hän näyttää sitä minulle. Он показал ее мне ja hän sanoo, и сказал, virolaiset kalastajat, эстонские рыбаки ovat poimineet поймали ее в море. Suomen lahdella kelluneesta в финском залейме, но в пенопластовом пакете. Minä uskon, että se я верю, что это одна Raamattu, из моих Библий. Joka oli ihmeellisiä teitä, какие чудесные пути, что она достигла даже до Украины. Silloin päätin, että minä и тогда я принял, что я буду перевозить Библии в Советский Союз. Sitten kasvoin vähän ванhemmaksi. И когда еще подрос, ja rajat alkoivat и стали avautua, границы немножко открываться, järjestin tällaisia мы ryhmämatkoja, организовали туристические группы. 50 туристов. 50 туристов.
Keräsin heidät. Собирали их. Мы лähdemme Pietariin. И поедем в Питер. Ja meillä oli vain yksi ajatus. И у нас была только одна мысль. Me viemme Raamattuja seurakunnalle. Мы повезем Библии до церкви. Me ostimme kahvipaketteja. Покупали кофейные пакеты. Ja kahvit pois. Высыпали кофе. Ja Raamattuja sisälle. Наполняли Библиями. Ja liimasimme kannet kiinni. И оклеивали их. Ostin karamellirasioita. Покупали коробки с карамелью. Карамелит pois. Высыпали карамель. Ja Raamattuja sisälle. Накладывали Библии. Ja muovit päälle. И опять пленку наверх. Ostin peltipurkkeja. Покупали железные банки. Laitoimme Raamattuja накладывали туда в банки Библии. Ja prässäsimme kannet kiinni. Опаковывали их машинкой. Ja laitoimme этикетки. И ложили этикетку. Наудан лихаа. Говядина. Sitten me menimme tulliin. И пошли на таможню. Ja tullimiehet katselivat. И таможники смотрели. Kylläpä suomalaiset juovat paljon kahvia. Oi, finnit любят очень сильно кофе. Ja syövät paljon karamellia. И много едят карамели. Ja kyllä meillä täällä lihaa olisi. И у нас, говорит, и мясо, что есть. Täytyykö teidän tulla oman lihankin kanssa? Что, почему вы со своим мясом приезжаете? Но они не знали, что там в этих пакетах. Sisaret neuloivat alushameisiin taskuja. Сестры шили подъюбники. Ja he laittoivat ne и в подъюбниках они шили карманы и накладывали Библиями. Me veljet hankimme pitkävartiset saappaat. Братья покупали сапоги с широкими голенищами и накладывали туда Библии. Meillä oli hatut päässä. У нас были шляпы. Ja pään päällä oli Raamattu. На шляпе было, ja sen päällä по шляпе была Библия. Ja näin me tulimme tulliin. И так мы шли на таможню. Ehkä kaikkein hauskin. Но интересно всего. Seison kerran erään sisaren takana. Я однажды стоял за сестрой одной. Hänellä oli suuri nuttura täällä hiuksissa. У нее была большая корона сплетена с волос. Ja sieltä hiusten välistä pilkisti Raamattu kulma. И там из-под волос торчала Библия. Tällä tavalla me toimme Raamattuja. И вот таким образом мы перевозили Библию. Kärsivälle ja vainotulle seurakunnalle. Страдающему и гонимому народу. Joskus me jäimme kiinni. Иногда нас задерживали. Minua kerran kuulusteltiin 11 tuntia. Однажды меня 11 часов допрашивали. Uhattiin vankilalla. Угрожали тюрьмой. Uhattiin sakoilla. Штрафами. Ja sanottiin, että et koskaan enää pääse tänne. Ты никогда больше не попадешь сюда. Suomalaiset lehdet kirjoittivat. И финские газеты писали о нас. Jälleen ovat rikolliset опять jääneet kiinni rajalla. Задержали преступников на границе. He ovat yrittäneet salakuljettaa Они пытались Raamattuja. Перевозить подпольно Библии. Mutta me emme voineet Но мы не могли не делать этого. Minkä tähden? Почему? Koska me näimme Потому что мы видели сестер и братьев, которые брали Библию, они прилагали к сердцу ее, они целовали ее, их слез Ja se oli heille suurin aarre, jonka me voimme heille antaa. Это было драгоценность, что мы могли получить от вас. Ja näin me teimme. И это мы делали. Ja kiitämme Jumalaa siitä. Благодарим Бога за то, että olemme saaneet olla tässä mukaan. Что мы были в этом труде. Eräänä päivänä meidän maassamme oli hengityshalvauspotilas. У нас был один человек, у которого было очень трудно дыхание. Hän kerran profetoi meille. И однажды он пророчествовал нам. Sanoi, että te näette ajan. Сказал, вы увидите то время. Minä en sitä näe. Я не увижу его. Mutta te näette sen. Но вы увидите. Jolloin rekka-autoilla viedään Raamattuja Neuvostoliittoon. Когда грузовиками, фурами будут перевозить Библии. Meidän oli vaikea uskoa. И нам было трудно поверить. Rautaesirippu oli edessä. Что железные ворота закрыты. Raamattu oli kielletty kirja. Библия запрещенная книга в России. Kuinka me rekka-autoilla voisimme Raamattuja viedä? Как мы можем на грузовиках ее туда возить? Mutta sitten alkoi perestroika. No, началась перестройка. Rupesimme lähettämään Raamattuja posteissa. И мы стали посылать почтовыми посылками. Sitten ajattelimme, laitamme suurempia paketteja. Потом стали делать большие пакеты. 25 kilo säkkejä. Потом в мешки в 25 килограммовые ложили. Sitten ajattelimme, kun saimme vastauksia, että ne ovat tulleet perille. И мы ждали, придут ли ответы, получили ли верующие. Että me hankimme rekka-auton. И потом мы заказали грузовик, наполнили фуру Библиями. Ja niin eräänä päivänä veljen kanssa. Однажды с братьями lähetimme ensimmäisen мы отправили первую фуру в Союз, наполненную Библиями, Советский Союз. Тысячи. No, mistä me saimme Откуда nämä raamatut? Мы взяли средства? Ei kukaan antanut meille niitä ilmaiseksi. Никто эти Библии не давал нам бесплатно. Joudumme ostamaan joka ainoa raamatun. Мы каждую Библию покупали. No, mistä me saimme rahat? Откуда мы брали деньги? Ei Suomessa ole paljon рikkaita ihmisiä. Финляндии нет много богачей. Mutta kun me kerroimme seurakunnille. Но когда мы говорили это в церкви, että me haluamme viedä что мы желаем вести Библию в Советский Союз, sinä antaa yhden можешь raamatun? Ли ты подарить одну Библию туда? Voisitko sinä antaa 10 можешь raamatua? Ли 10 Библий подарить туда? Juoksemme tulivat. И к нам приходили tavalliset vanhukset, обыкновенные пожилые старички и бабушки, обыкновенные he рабочие. Toivat, sanoo, minä haluan antaa Они yhden сказали, raamatun. Что я хочу подарить одну Библию. Minä haluan antaa 10 я raamatua. Хочу на 10 Библий подарить. Minä haluan antaa 100 я хочу на 100 Библий подарить. И näin yhtäkkiä. И так вдруг
Tällaisista pienistä puroista. Из маленьких ручейков. Tuli mahtava virta. Собирались огромные потоки. Niin, että me lähetimme tuhansia, kymmeniä tuhansia, satoja тысяч, Raamattuja Neuvostoliittoon. Minun tekisi mieleni kysyä. И я хочу спросить. Кулька моны теистä olette Может быть, кто-то из вас получил Библию в Финляндии, поднимите руку. Jos olet saanut Raamatun. Кто из Финляндии получал Библию, поднимите руку. Teitä on täällä monia. Многие здесь есть. Iloitsen siitä. Я радуюсь за вас. En ole tullut tänään sanomaan, että Я не пришел к тебе оплатить цену Библии, которую ты получил. Лахяксе olet saanut. Ты даром получил. Лахяксе olemme sen halunneet antaa. И мы в подарок пожелали это сделать. Sisaret ja veljet. Но, дорогие сестры и братья, Kaikkialla maailmassa ei ole по näin. Всему миру Nyt sinä voit ostaa Raamatun. Ты можешь, не везде так, но ты можешь купить Mutta сейчас. Kaikkialla maailmassa ei ole näin. И, но не во всем мире так. Tiedätkö? Kiina elää tällä hetkellä maailman Сейчас tai historian herätyksen самое большое историческое пробуждение. Olemme saaneet uutisia. Мы получили новости. Että joka päivä. Каждый день. Kiinassa tulee noin 30 примерно 30 тысяч человек каждый день обращаются joka к Богу. Joka ainoa päivä. Каждые сутки. Ja kun me kysymme näiltä И когда мы спрашивали у китайских братьев, että miten voimme teitä auttaa, чем мы можем вам помочь? Niin he sanovat. Они сказали. Antakaa meille Raamattu. Дайте нам Библию. Antakaa meille Raamattu. Дайте нам Библию. Kun me saamme yhden Raamatun, и когда мы получаем одну Библию, me puramme sen osiin, мы разрываем ее на части. Yksi saa Moosiksen ensimmäisen kirjan. Один получает первую книгу Моисея, toinen saa Moosiksen toisen вторую kirjan. Книгу Исход. Yksi saa Matteuksen evankeliumin. Кто-то получает Евангелие от Матфея. Ja näin 66 и так эти 66 человек saa lukeakseen yhden могут Raamatun. Читать одну Библию. Antakaa meille Raamattu, Дайте нам Библию. Ja niin me olemme tahdonneet и мы teille. Желаем это делать. Nyt olemme saaneet lähettää satoja тухансия Raamattuja И мы послали Kiitaan. Уже сотни тысяч Библии туда. Ja tiedätkö, Jumala on tässä mukana. Но знаешь, и Бог в этом деле. Olen itse kokenut. Я лично это пережил сам. Kun ensimmäisen kerran matkustin Kiinaan. И когда я первый раз поехал в Китай. Menin viemään sinne Raamattuja. Повез Библии. Meitä oli kuuden hengen ryhmä. Нас было шесть верующих. Toiset sanoivat, että he eivät uskalla ottaa Другие сказали, mukaan. Что мы не боимся взять Библии с собой. Minä sanoin, viekää te minun vaatteeni. Я сказал, возьмите мои одежды. Minä otan kaksi matkalaukkua. А я возьму два чемодана с Библиями. Ja näin ne kaksi matkalaukkua kannoin tullut. И я нес на таможню эти два чемодана. Kun joskus oli Neuvostoliiton tullissa. Когда я бывал на советских таможнях. И minua pelotti. Я видел, как страшно там было. Mutta kun tulin Kiinan tullin, Но когда я пришел на китайскую, niin minä kauhistuin. Я изумился. En koskaan ole ollut missään я никогда niin tarkassa не видел настолько строгой таможни. Jokainen laatikko avattiin. Каждый чемодан и коробку открывали. Jokainen ваты otettiin. Каждую одежку вытаскивали. Таскут коетели. Карманы там переворачивали. Саумат käännettiin. Все швы проверяли. Ja näin katselin, kun tullin miehet tarkastavat. И когда мы смотрели, насколько тщательно проверяется все. Ja niin ajattelin. И я думал. Että nyt jäin kiinni. Ну вот сейчас буду арестован. Mitähän tästä seuraa? Что же будет потом? Sitten oli vaimoni vuoro mennä tullin. И подошла очередь моей жены подойти к таможне. Hänen лаукунсa avataan. Открыли ее чемодан. Одежду всю достали, карманы все поисследовали, все швы проверили, я смотрел со стороны, а потом таможник спрашивает, а деньги где твои? А жена говорит, а деньги у мужа? А где муж? Он говорит, вон стоит рядом. Подойди сюда. Я взял два тяжелых чемодана, поставил таможнику на стол, достал портмоне и показываю ему деньги и таможенную декларацию. Он смотрит на меня, поставил на таможенной декларации печати и сказал, пожалуйста, проходите. Я смотрю на него, смотрю на чемоданы, потом смотрю на таможника, а он говорит, пожалуйста, проходите. Я взял два этих тяжелых чемодана со стола и понес для церкви. Nämä kaksi laukkua. Единственных два чемодана. Ne olivat ainoat. Единственные. А вся группа была больше 100 человек. Kuka sen Никто не открыл. Кто мог это сделать? Jumala tahtoo. Бог желает, että hänen seurakunnalleen viedään чтобы sana. В его церковь занесли слово. И, nyt minä pyydän teitä, И я прошу вас, että te rukoilette Kiinan seurakunnan чтобы вы молились puolesta. За китайскую церковь. Ja jos sinulla on мahdollista, И если у тебя есть возможность, sinä antaisit heille lahjaksi ты можешь Raamatun, дать им в подарок Библию, niin kuin sinä itse olet saanut как sen. Ты получил ее в подарок. Meillä elämässä me ei ole mitään niin arvokasta. В нас
в нашей жизни нет ничего драгоценнее, чем Божье Слово. Оно и жизнь по нему. Этому научила меня мама, когда я был малышом. 3 года назад я очень сильно заболел. И мне сделали 3 тяжелых операции. Я был очень тяжело больным. Я живу в центре Финляндии, в городе Тампере. И когда я стал слышать, что 85-летняя мама через 200 километров находится в больнице. Она в больнице. Minulle tuli kova voimakas halu mennä vielä. И мне пришло очень сердечное желание пойти туда, и сказал врачу. Это äitini on sairaala. Моя мама в больнице, и мне обязательно надо её встретить. Врач сказал, ты настолько плох сам, что ты не можешь поехать туда. Я сказал, мне обязательно надо ехать. Врач сказал, написал бумагу. Я запрещаю тебе ехать на машине. И я попросил дочь, завези меня туда, к маме. И когда я пришел к моей маме 85-летней в палату, сел на ее кровать, она была очень устала в жизни, и сказала, я хочу уйти уже отсюда. Я уже насытилась этой жизнью. И я стал молиться за нее. Господи, ты видишь, насколько устала моя мама. Она уже больше не желает жить. Возьми ее домой. Дай, чтобы она уснула в твоих объятиях. И когда я стал молиться за нее, слезы потекли у меня с глаз. И стал читать ей благословение. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да презрит на тебя Господь лицом своим и помилует тебя. Да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир во имя Отца и Сына и Святого Духа. И когда я открыл глаза, мама уже ушла. Tuo, joka 24-vuotiaana venäläisenä naisena, которая 24-летней стала вдовой, jäi leskeksi 3 orvon kanssa, она осталась 3 сиротами, jonka elämässä oli в жизни Христуksesta, которой было все во Христе, tullut elämän ainoa turva, и одна безопасность у нее была только в Боге, lapsensa, которая вырастила растения, и она спасла бы этому жила, и она ушла. No, mihin hän oli mennyt? Куда она ушла? No, tietysti taivaaseen. На небо. No, mistä minä sen tiedon olen saanut? Откуда я это знаю? No, tietysti Raamatusta. Я знаю это из Библии. Jumala on sanonut. И Слово Божье Бог сказал. Hän perii taivasten valtakunnan, joka uskoo Kristukseen. Что тот, кто собирает для Царства Божьего веру во Христа. И мне стало интересно. И я был очень утешен. Nyt hän on päässyt она пошла домой. Kun teimme pesän selvitystä, и когда мы стали смотреть ее квартире, что у нее там осталось? Muutamia vanhoja vaatteita. Маленькая, немножко старой одежды. Muutamia vanhoja huonekaluja. Немножко старой мебели. Muutamia vanhoja astioita. Несколько старой посуды. Ei rahaa. Денег нету. Ei omaisuutta. Нет собственности. Ei mitään arvokasta. Нет ничего драгоценного. Vain arkipäivän asioita. Но только обыкновенные повседневные дела. Mihin hän oli laittanut kaikki rahansa, jotka hän oli saanut? Куда она деньги пенсии положила сама? Jumalan valtakunnan työ. Для Царства Божия. Hän oli lähettänyt. Она посылала хлеб по водам. Она не собирала сокровища на этом мире, но сокровища для неба собирала. И она дала мне этот пример. И этот, хочу этот пример исполнить. И я хочу своим детям это передать, чтобы и они это исполняли. И благодарность Богу, что они делают это. Иисус да благословит вас. Аминь. Амінь. У нас сьогодні, як я казав, є багато гостей. Но час. Померзли, брати, сестри? Ні. Тепло. Жарко комусь? Ні. Бог подбав повний комфорт. Слава Богу. Хтось дивився, їдуть, а мені телефонують. Слухайте, не перестає лити дощ. Кажу, в нас погода. Бог дав свій такий намет сьогодні, що нікому не жарко і не холодно, і не пече. А то дехто, може, боявся, що ж то буде.
Багато думали, то ж така жара, як буде витримати. Я сяд думав, мою Господи, що ж то буде? Навіть цю землю думали, треба буде полити, бо ж просто пилить. То Бог про все потурбувався, слава Богу. Сьогодні ми маємо багато гостей. Всім, звичайно, часу не вистачить. Ви бачите, і темношкірі, вони хоч привіт передадуть. Так що прошу, будь ласка. Хто привіз, привіт, будь ласка, можете передати. Слава Богу. Слава Богу. Bring greeting from the United States. Washington. Із Америки, штат Вашингтон. I was just really impressed. I've been here for about 6 days now. Я вже нахожусь здесь 6 часов. А 6 дней. This was my first time in where am I at here? Україна. Ukraine. Sorry, Ukraine. It's my first time. Это моё первое время, когда я попал в Украину. But I've noticed two things. Но две вещи, которые я заметил. About the Ukrainian people. О вас. Actually three. Даже три. One is. Первое. They keep a nice garden. У них очень прекрасные огороды. Everyone has a garden. У каждого есть огород. And the other thing I noticed. И другое, что я заметил, is the cemeteries. Также кладбище. They keep the cemetery very nice. У них кладбище прекрасно выглядит. It's for a purpose. Для цели. For resurrection. Для воскресения. So I was impressed with that. И меня это тоже удивило. And the last thing. И последнее. In the United States, в Америке, we have on our money, на наших деньгах, in God we trust. У нас написано, в Бога мы верим. But I noticed about the Ukraine, но я заметил в Украине, they got it in their hearts. У вас это написано в ваших сердцах. In God we trust. В Бога мы верим. So I just want to say thank you. Я хочу сказать спасибо. Thank you for the hospitality. Спасибо за ваше гостеприимство. And thank you for sharing Christ's life with me. То, что вы делитесь о Христе своей жизнью. Amen. Аминь. Ще є у нас один пастор з Мосаслейка, теж Америка. Хай Бог благословить. Привіт. Greetings from the church in Moses Lake. Я передаю вам привіт із церкви Moses Lake. Happy to be here with you in the Ukraine. Я очень рад быть сегодня здесь с вами в Украине. We thank God that He is real here as He is in Moses Lake. Мы благодарны Богу, что Он такой же реальный здесь, как Он реальный у нас в Moses Lake. God did a wonderful thing in Jesus Christ. Господь Бог сделал прекрасное в Иисусе Христе. He brought God into us. Он принёс Бога к нам. And now our connection with God is right here. И теперь мы имеем соединение с Богом прямо здесь. In our spirit. В нашем духе. Praise the Lord. Слава Богу. We have this treasure in earthen vessels. У нас это есть сокровище в наших сосудах. That the excellency may be of God and not of us. Для того, чтобы слава была приписываема Богу, а не нам. Praise the Lord. Слава Господу. Amen. Аминь. Ще з Каліфорнії є пастир, так що, будь ласка, тут із Польщі у нас багато гостей, і тут стоять, і тут сидять. God bless you. Бог благословить вас. I'm so thrilled to be here today. І для мене настільки прекрасно бути здесь сьогодні. This is not my first visit to the Ukraine. Это не моя первая поездка в Украину. I've been here quite a number of times. Я був здесь несколько раз. And I'm so thrilled to see what God is doing. І я до сих пор мене волновує видеть то, що Бог делает здесь. As a young boy, 11-12 years old, I give my heart to Jesus. Как когда мне было 11-12 лет, я отдал сердце Иисусу. I knew that God had put a call in my heart to serve Him. Я знаю, что Бог позовет меня служить Ему. I've served Him as a pastor and a missionary for over 40 years. И уже на протяжении больше 40 лет я служу Ему как миссионер и пастырь.
And some of you young people here are looking at some of these preachers on the platform and saying, I couldn't do that. І некоторі з вас, може бути, сидять здесь молоді люди і дивляться на проповідників і говорять, я, наверное, не смогу це зробити. Well, I want to tell you today that some of you young people are going to do even greater things than some of these men and me have done. Но я хочу сказати вам сьогодні, що некоторі з вас, стоячі здесь, ви зробите ще більше, ніж ті, які знаходяться на платформі, або я. I know the desire of my heart, and I'm sure it's the desire of all these men here in this platform, that you would do greater things than we have done. І я знаю, що це желання моєго серця і всіх сидячих здесь, що ви б ще більше зробили, ніж ми. God is pouring out His Spirit in these last days. Бог изливает Духа Святого в эти последние дни. And He's pouring out His Spirit on all flesh. И Он изливает Духа на всякую плоть. And He would say to you, Son, give me your heart. И Он говорит тебе сегодня, Сын, отдай мне свое сердце. It's not your natural ability. Это не твоя натуральная способность. This is a celebration of the Holy Spirit. Это праздник Духа Святого. What the Holy Spirit can do through you. Что Дух Святой может делать через тебя. It's far more than you can even imagine right now. Это намного больше, чем о чем ты можешь помышлять. This field is full of people. Это поле заполнено людьми. And the Father in heaven wants His house full. І Отец на небі хоче, щоб його дом був заповнен. There are many that are not in the Father's house. Многі ще не в його домі. But God's going to use you as reapers and harvesters in this last time. Но Бог буде использовать вас як тих, які збирають жатву в це останнє время. I'm so thrilled to just look in the faces of young people that are here. І смотря здесь, я рад видеть лица молодих людей. I'll probably never know in this life what God's going to do through you. І, возможно, в этой жизни я не узнаю о том, що Бог буде делать через вас. But God's going to do great things through you. Но Бог буде делать очень многое через вас. I bless you in the name of Jesus. Я благословляю вас во имя Иисуса. I'm so thrilled to be here. Я настолько рад быть здесь. You've served the Lord. Ви служили Господу. There are older people here who've served the Lord. Люди старшие служили Господу. You're going to rejoice in the fruit. Ви будете радоваться, коли ви увидите плод. God bless you. Бог благословить вас. Амінь. Ще привіт фіни хочуть передати, ще є. Слава Богу! Jeesus on ostanut verellään ihmiset kaikista kansoista, kielistä ja heimoista. Иисус искупил людей из всех народов и языков на этой земле своей кровью. Maailmanlainen seurakunta elää historiansa suurinta herätyksen aikaa. И сейчас мировая церковь живет во время величайшего пробуждения. Tuon terveisiä medialähetys rintamalta. И я присылаю вам от нашей организации. Meidän kirjallisuus, radio, TV, интернет. И мы делаем труд через интернет. Радио и печатание литературы. Leikkaa satoa Jumalan aittoihin Pohjois-Afrikassa, Lähi-Idässä. И мы получаем очень много информации о том, как обращаются к Богу в Северной Африке, в Азии и во всем мусульманском мире. Joka viikko tulee satoja ihmisiä uskoon. В каждую неделю обращаются сотни людей к Богу в мусульманском мире. Jumalan valtava elonkorjuutyö on siis meneillään. Сейчас идет величайшая жатва Божья. Toinen suuri alue on suuri Kiina, josta jo täällä kuulimme. И второй из больших территорий, где идет пробуждение, это Китай. Seurakunnan kanssa lähetystyötä Pohjois-Koreassa. Северной Корее и в Китае, делаем совместный труд. Viemme sinne sähköisiä raamattuja. Перевозим им на электронных дисках Библию и радуемся. Это siellä, missä evankeliumin sanoma kielletään. Там, где Евангелие идет, где запрещено. Ovet ovat inhimillisesti kiinni. Двери человеческими путями закрыты. Jumala toimii. Но Бог там действует. Ihmisiä tulee uskoon. Люди обращаются к Богу. Seurakunnan päätehtävä, sielujen voittaminen. Главное дело церкви – это побеждать людей для Христа. Дорогие сестры и братья, мы будем все вместе в этом труде. И мы просим вас от сердца, молитесь за народы этой земли. Потому что настанет скоро день, когда церковь со всех народов и языков возьмется в славу. И там в вечности мы финны, вы украинцы, китайцы, арабы, все народы земли, seurakunta näiden joukosta saa iloita halkiaan kaikkisuuden. В этой вечности. Еще немного. Jeesus Christus saapuu. Иисус Христос придет. Olen saanut olla и я радуюсь, что я могу быть с вами. Elä teidän ihmeiden, жить в ваших чудесах. Keskellä.
і во время вашого пробуждення. Jumala teitä siunatkoon. Бог да благословит вас. Amen. Amen. Es un privilegio estar aquí con ustedes en este día. Son una grande bendición. Это моя привилегия быть между вами. That was in Spanish, but I'll give the interpretation. Она очень рада быть между вами сегодня и передает привет из Мексики. It's truly a privilege to be here with you. Действительно, это великая привилегия для меня быть между вами сегодня. We've heard so many things about you. Мы слышали очень много о вас в нашей стране. And about what the Holy Spirit is doing among you. Что Дух Святой делает и действует между вами. It's our joy, it's my joy and my privilege. Это моя радость и привилегия быть между вами. To see with my eyes that God, there is no barrier, no frontiers. Видя своими глазами, что нет границ у нашего всемогущего Бога. We serve the same God. Мы служим тому же самому одному вечному небесному Господу. We serve the same King. Одному царю. And it's and there is no language barrier. И нет языка, которая есть граница для него. Because in the Spirit. Потому что в духе. We can, I can feel your love and I can feel the presence of God. Я чувствую вашу любовь и присутствие Иисуса Христа. God bless you. Пусть Бог обильно-обильно всех вас благословит. We're praying for you. И церквя в Мексике, они молятся за вас. God bless you. Пусть Бог вас обильно благословит. Знаєш, друже, заклик Христа ніжно з любов'ю Він кличе, прийди. Лиш у Христі, в ньому одному щастя душі своїй зможеш знайди. Іди до Ісуса, поки Він кличе, і не відкинь ти спаса твого. Знай, що не вічно будеш ти чути заклик спасіння і ласку Його. Чи знаєш, друже, що за тебе спас на хресті у страждання вмира, щоб у віка не загину, радість душі і життя вічне мав. Іди до Ісуса, поки Він кличе, і не відкинь ти спаса твого. Що не вічно будеш ти чути заклик спасіння і ласку Його.
дуже заклик Христа, ніжно з любов'ю він кличе, прийди, що у гріха ти не загину, радість душі і життя вічне мав. Іди до Ісуса, поки він кличе, і не відкинь ти спаса твого. Знай, що не вічно будеш ти чути заклик спасіння і ласку його. Іди до Ісуса, поки він кличе, і не відкинь ти спаса твого. Знай, що не вічно будеш ти чути заклик спасіння і ласку його. Being here with you today is a wonderful miracle. Для мене, щоб бути здесь з вами, це настоящее чудо. It's like heaven. Это подобно небу. As I look across and see your faces. Когда я смотрю і вижу ваші лица. I see such beautiful scenes from the heart of God. Я вижу прекрасні картини від серця Божого. Here on the platform we have many nations represented. Здесь на платформі дуже багато націй представлені здесь. And among you there are many nations represented. І також між вами багато націй стоять там. We have one common theme. Но у нас є одне щось общее. We are brothers and sisters in Jesus Christ. Ми браті і сестри во Христі Ісусі. We're washed by the blood of Jesus. Ми омиті кров'ю Ісуса Христа. You are my family. Ви являєтесь моєю сім'єю. And I'm your family. І я також ваша сім'я. Because of what Jesus Christ has done on the cross. Із-за того, що Ісус Христос зробив на кресті. We've heard tremendous testimonies today. Ми слухали такі сильні свідчення сьогодні. What Jesus is doing among his people. То, що Ісус робить посеред його народу. But God still wants to work among us today. Но Бог все ще хоче зробити свою роботу здесь сьогодні. So open your heart to the Lord. Поэтому откройте ваше серце. Because God wants to touch you. Потому что Господь хочет прикоснуться к вам. He just doesn't want to touch your physical body. Он не только хочет прикоснуться к вашему физическому телу. He wants to touch your spiritual body. Он также хочет прикоснуться к вашему духовному телу. To touch your soul. Он хочет коснуться вашей души. To change you from the inside out. Он хочет изменить вас изнутри. We are celebrating the Trinity and the outpouring of Pentecost. Ми празднуємо Троїцю день п'ятидесятниці. I thank the Lord for the vision that Pastor Krawczyk and others have had to bring us together. Я также благодарен Господу за видение, которое пастор Кравчук и другие сделали для того, чтобы мы собрались здесь. Because this is the vision of God. Потому что это видение Божье. It's God's desire to bring his people into one. Это Божья цель, чтобы его люди были вместе. To look to Jesus, the author and the finisher of the faith. Для того, чтобы мы смотрели на Иисуса как начальника и совершителя нашего спасения. To celebrate his outpouring of his spirit on the earth. Для того, чтобы праздновать этого дня, когда он излил Духа Святого на землю. Many years ago, много лет назад, in the 7th chapter of the Gospel of John we read. В 7 главе Иоанна мы читаем. Jesus cried out on the last day of the great feast. В последний день великого праздника Иисус возгласил. Listen to what he says. Послушайте, что он сказал. Кто жаждет, иди ко мне и пей. Кто верует в меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой. He cries out to a people who are thirsty. Он возгласил это к людям, которые
были, которые жаждали. He says there is an answer that satisfies the soul. Он сказал о том, что есть ответ, который может также утолить вашу душу. If you're thirsty in your spirit today, если вы жаждете в вашей душе сегодня, there is a well of living water. Есть колодец живой воды. It comes from the heart of God. Источник живой воды, который исходит от сердца Божьего. And God said, if you believe, если вы верите, it shall flow out of your inner being. Это изнутри вас. It shall flow out as a river. Потечет подобно реке. Ezekiel saw that river. Иезекииль видел эту реку. And the Spirit of God asked Ezekiel a question. И Дух Господень спросил Иезекииля вопрос. Son of man, have you seen this? Сын человеческий, видел ли ты это? The angel of the Lord took him through the waters. И ангел Господень взял его через воду. The waters were to his ankles. Сначала они были по лодыжку. But God took him deeper. Но Бог повел его дальше. Notice he did not go over the top of the water. И посмотрите, он не шел поверху воды. He went through the waters. Он пошел через воду. Whenever you go deeper in God, когда вы глубже погружаетесь в Бога, he'll take you through deep waters. Он поведет вас через глубокие he'll воды. Change your soul. Он изменит вашу душу. The waters were to the knees. Вода потом стала по колено. But God said, come deeper. Но Господь сказал, заходи глубже. Then they said, the water was to my waist. И потом он сказал, вода мне была по пояс. And then he found something happened. И потом он понял, что-то случилось. The waters have risen. Вода поднялась. Waters that I can no longer walk in. И вода, он больше не мог просто идти. But a river that cannot be passed over. Но река, через которую невозможно пройти. He was symbolically speaking of the Holy Spirit. Он символически говорил о Духе Святом. The same river Jesus spoke of here in John 7. Та же самая река, о которой Иисус говорил здесь, and God asked you and I the same question. И Бог сегодня спрашивает тебя и меня тот же самый this? Вопрос. Видел ли ты это? Do you want this? Ты хочешь это? He invites you into the waters. Он приглашает тебя в воду. He asked me the same question many years ago. Он спрашивал меня этот же вопрос много лет назад. He said, "Son, come into the waters of God." Он говорил, сын, войди в реки Божьи. And I said, "Why, Lord?" Я спросил, почему, Господь? He said, "Read the rest of Ezekiel 47." Он сказал, прочитай то, что говорится в 47 главе после Ezekiel. Потому что туда, куда входит эта река, там жизнь. Because it's the river of life. Потому что это река жизни. The river starts from God. Река начинается от Бога. It flows out to the nations of the world. И течет в нации мира. And wherever that river finds its way. И туда, куда только река эта заходит. There's life. Там есть жизнь. Because he is the author and the finisher of our faith. Потому что он есть автор и совершитель нашего спасения. What he began in you. То, что Он начал в тебе. He desires to complete to the glory of his name. Он закончит во славу своего имени. I've been in Pentecost all my life. Я был в Пятидесятнице всю мою жизнь. But something new is happening in God. Но что-то новое случается в Боге. The waters are getting deeper. Вода поднимается. The nations are more thirsty. Нации более становятся жаждущими. The hearts of men are desiring greater of God. Сердца людей ищут большего Бога. Short years ago, I was ministering in the nation of Uzbekistan. Несколько лет назад я служил в Узбекистане. I was in a city called Samarkand. Я находился в Самарканде. It was Pentecost Sunday, like it is this weekend. Это был день Пятидесятницы, так же как сейчас. And they asked us to speak about the baptism of the Holy Spirit. И они попросили, чтобы мы говорили о крещении Духом Святым. Now remember, this is an Islamic republic. Но теперь подумайте, это мусульманская страна. There's a congregation in the church waiting to hear the word of God. И люди, которые собрались, слушали слово Божие. But in the middle of that congregation, но также посреди этих людей, the Uzbeks had sent a spy into the meeting. Узбеки послали шпиона в это служение. They didn't want anything to be said in Russian. Они не хотели,
Они не хотели, чтобы что-то говорилось на узбекском. They didn't want no testimonies, no song, no chorus, nothing in Uzbek. Они не хотели, чтобы какие-то свидетельства или песни были на узбекском языке. Only in the Russian language. Только на русском языке. They want Russians to get saved and move out of Uzbekistan. Они хотели, чтобы русские спаслись и выехали из Узбекистана. And they said the Uzbekistan is for the Islamic religion. И они говорили, Узбекистан для мусульман. They're listening carefully to all that we said. И они очень внимательно слушали то, что мы говорили. And I've seen many things in Pentecost. Я видел очень многое в Пятидесятнице. I've seen God heal many bodies. Я видел, как Бог исцелял тела. I see how he's filled with the Holy Spirit. Я видел, как они наполнялись Духом Святым. But I wasn't prepared for what's going to happen that morning. Но я не был готов к тому, что будет происходить в тот момент. As I began to share the word of God. Когда я начал делиться словом Божьим. The anointing of God was in the church. Помазание Божие было в церкви. They introduced me to a group of 12 people in the side corner of the church. Они познакомили меня с группой 12 человек, которые находились в углу церкви. Most of them were born deaf and they were dumb. Многие из них родились глухими, и они не могли говорить глухонемыми. Some of them for the first time were having the gospel signed to them. И некоторые из них только первый раз слышали и слово Божие, которое показывалось им звуком знаковым языком. I love the sign for Jesus, the nail-pierced hands. Мне нравится этот знак, когда ты показываешь, что его руки были пробиты за тебя. And that sign is universal in the language of the dumb. И это универсальный знак на языке глухонемых. Because his hands were pierced for you and me. Потому что его руки были пробиты за тебя и за меня. When they heard the gospel for the first time. Когда они услышали Евангелие первый раз. Something began to happen in that right-hand corner. Что-то начало происходить в том углу. I began to hear a song. Я начал слышать песню. I've heard people sing in Russian. Я начал, как они начали петь псалом на русском языке. I've heard people sing in Uzbek. Я слышал, как они пели на узбекском языке. The song was different. Но ту песню, которую я стал слышать с того угла, было что-то другое. This song did not come from the earth. Эта песня не пришла от земли. It came from heaven. Она пришла с неба. And I heard people who had never heard with their ear before. И я слышал людей, которые никогда раньше не слышали их ушами. All of a sudden their ears were opened. Внезапно их уши открылись. And they heard for the first time. И они слышали первый раз. They didn't speak slowly. Они не говорили медленно. I've seen many people healed had their ears closed. Я слышал, когда люди, которые их уши были закрыты. And the first time they hear, they began to speak very slowly. И первый раз они слышат, они начинают говорить очень медленно. But what happened this time? Но что случилось в этот момент? They just jumped over that step. Это то, как будто был перепрыгнут этот шаг. And they began to sing. И они начали петь. And when I listened to the song, и когда я стал слушать эту песню, I said, Lord, that's not a language I know. Господь, это язык, который I don't know. Я не знаю. It was a language of the Spirit. Это был язык Духа. And we had 12 voices singing in harmony. И мы слышали 12 голосов, поющих в гармонии. I heard the melody. Я слышал мелодию. I heard the tenor and the bass. Я слышал и тенор, и бас. They're singing the same song. Они пели ту же самую песню. But the song was the song of the Lord. Но это исходило из Господа. Tongues that were not able to speak. Язык, который не мог говорить. We're now singing praise to God. Теперь пел слава Богу. The Spirit of God fell on the place. Дух Святой сошел на это место. I don't know what you do when God moves that way. Я не знаю, что ты делаешь, когда Бог действует таким образом. I began to cry. Я начал плакать. God had sent His river to the heart of the people. Господь послал реку в это место. That Uzbek spy in the middle of the congregation. Этот узбекистанский шпион посреди собрания. He ran forward to the front. Он прибежал наперед. And he dropped on his knees. Он упал на свои колени. Put his hands in the air. Поднял руки к небу. And this is what he said. И вот это то, что он сказал. Jesus, you're the Son of God. Иисус, ты Сын Божий. I know what the Quran says. Я знаю то, что Коран говорит. God, the Quran says God has no son. Коран говорит, что у Бога нету сына. But what was being revealed to that man? Но теперь этому мужчине было открыто. Not by flesh and blood. Не через плоть или кровь. But by the Holy Spirit. Но Духом Святым. For tongue shall be a sign to the unbeliever. То, что именно
произошло там с неверующим человеком. Tears were flowing down his face. Его слезы бегли по лицу. And he said it again. И он сказал опять: Jesus, you're the Son of God. Иисус, ты Сын Божий. But he said, no, you're more than this. Он сказал: нет, ты больше, чем это. You are God in the flesh. Ты Бог, который пришел во плоти. I want to stop the whole service. Я как будто I wanted to stop. Я хотел, чтобы целое собрание остановилось. And think of what just was been said. И то, что он сейчас сказал. It was a revelation of God. Это было откровение Бога. To my left hand side, a little lady came forward. На моей своей левой стороне небольшая женщина пришла наперед. She was Uzbek. Она была узбек. And she dropped on her knees. И она упала на свои колени. And said, "Jesus, you are Lord." И она сказала: Иисус, ты Господь. The Spirit of God says. Святой сказал: No man calls me Lord except by the Holy Spirit. Никто не может назвать Господа, как только Духом Святым. The Holy Spirit arrested their hearts. Дух Святой, он занял их сердца. He changed their lives. Он изменил их жизни. They repented that morning. Тот им утром они раскаялись перед Богом. Muslims turned to Christians. Мусульмане обращаются в христианство. Washed by the blood of Jesus. И омыты кровью Иисуса Христа. Once they served the devil. Однажды они служили дьяволу. Now they serve the living God. Но теперь они служат живому Богу. That's what the Holy Spirit has come to do. Это то, что Дух Святой пришел делать. That river flows. Эта река, она течет. It flows to you. Она течет тебе. It flows to your family. Она течет твоей семье. It flows across the Ukraine. Она течет через всю Украину. It never knows a dry season. Она никогда не знает сухого периода. It only gets deeper. Она только становится глубже. And if you have an ear to hear, если у вас есть ухо, чтобы слышать, the Spirit of God is saying что Дух Святой говорит сегодня церкви, He's saying, Son, come deeper. Он говорит: Сын, зайди глубже. There's rivers. Там есть река. Rivers of living water. Река воды живой. Water to swim in. Вода, в которой ты можешь плыть. The waters have risen. Вода поднимается. The river cannot be crossed over. Воду не можно просто перейти. But it flows for you. Но это течет, эта вода течет для тебя. It flows for me. Это течет для меня. It flows freely because of Calvary. Она течет бесплатно, потому что из-за того, что произошло на Голгофе. Paul says to us. Павел сказал нам, when we consider the cross, когда мы думаем о кресте, how shall he not who gave his son, как же, как тот, который отдал своего сына, freely give us all things, он даст нам также свободно все, that we need in life and godliness, что мы должны иметь в Боге и в жизни. So if you need salvation tonight, итак, если ты нуждаешься в спасении сегодня, there is a savior, есть спаситель, his name is Jesus Christ, его имя Иисус Христос. He gave his life for you. Он отдал свою жизнь для тебя. He paid with his blood for you. Он заплатил своей кровью за тебя. He invites you to him. Он призывает тебя сегодня. He invites you to cast all your cares on Он зовет, чтобы ты на него возложил все свои заботы, потому что он заботится о тебе. He invites you to confess your sins to him. Он зовет тебя, чтобы ты мог покаяться и исповедовать свои грехи пред ним. And as you do from your heart, there's a river that will begin to flow. Река, которая начнет течь. A river of life will begin to flow out of your life. Река жизни начнет течь в твоей жизни. This make those of those that would believe. Потому что это говорится о тех, кто поверит. Once you believe, когда ты поверишь, the river begins to flow. Река начинает течь. It flows out to the dry ground of other people's lives. Оно приходит в сухие земли, в другие сердца людей. It flows to the point of people's need. И оно наполняет нужду человека. It's not you that do the work. Это не ты, кто делаешь работу. It's he that is in you. Это тот, который в тебе. It's he that flows out to the point of need. И тот, который именно течет из тебя во время нужды. I'm sitting here this afternoon. Когда я сидел здесь в этом после обеда, and the Spirit of God starts talking to my heart. И Дух Святой начал говорить ко мне. When our precious brother read about the request of the 8-year-old boy. Когда брат прочитал просьбу 8-летнего мальчика. That hair would not grow.
что его волосы не растут. Holy Spirit began to speak to me. Дух Святой начал говорить ко мне. I saw a vision. Я увидел видение. Young boy, I don't know where you are. Маленький мальчик, я не знаю, где ты есть. But this is what I saw for you and God. Но то, что я видел для тебя в Боге. I saw Jesus take anointing oil. Я видел, как Иисус взял масло помазания. And poured it on your head. И положил на твою голову. It was a sweet smelling anointing oil. Это было масло, которое приятно пахло. And the Lord spoke to me. И Господь сказал мне. He said, when you get up to speak today. Когда ты выйдешь сегодня говорить. Ask the little 8-year-old boy. Спроси этого 8-летнего мальчика. What color of hair he wants? Какой цвет волос ты хочешь? Because it's going to grow. Потому что они будут расти. Because the oil of the Holy Spirit will cause a healing. Потому что масло Святого Духа даст тебе исцеление. So young man. Итак, молодой мальчик. In Jesus' name. Во имя Иисуса. What color of hair do you want? Какой цвет волос ты хочешь? Listen to the word of the Lord. Послушай слово Господа. The anointing oil touches your head now. Помазание Господа прикасается. К тебе сейчас. It flows into the pores of your head. И оно касается твоей головы. And that which has been dormant and dead. И то, что было мертво и не имело никакой жизни. It now comes alive. Сейчас приходит жизнь. Because the river flows to you. Потому что река бежит тебе. My brother, my sister. Мой брат и моя сестра. Whatever your need is. Какая бы твоя нужда ни была. The river is flowing your way. Река бежит в твою сторону. Enter in. Войди в эту реку. Enter in. Войди в эту реку. It flows out to you. Бежит тебе. It flows from the throne of оно God. Оно течет из трона Божьего. It'll flow through your life. Оно будет течь через твою жизнь. I speak against cancer today. Я говорю сейчас против всякого рака. In Jesus' name. Во имя Иисуса. Let that river of life flow through you. Пускай река жизни течет через тебя. Let cancer be destroyed. Пускай этот рак будет разрушен. In the name of Jesus Christ. Во имя Иисуса Христа. By the power of the blood of the Lamb. Силою крови Агнца. Whatever your need is. Какая бы твоя нужда ни that была. That river is flowing. Эта река бежит. If you have a need within your если body. Если у тебя есть нужда в твоем теле. Lift your hand to Jesus Christ. Подними свою руку к Иисусу. Jesus, you see these hands. Иисус, ты видишь эти руки. Let that river flow. Пускай эта река бежит. River of life flow. Река жизни бежит. Into their body. В эти тела. Into their mind. В эти умы. Into their spirit. В этот дух. Every satanic attack. Всякие сатанические демонические атаки. Broken tonight. Да будут сломаны сегодня. By the blood of Jesus Christ. Во имя крови Иисуса Христа. In the name of Jesus. Во имя Иисуса. I speak life. Я говорю жизнь. Jesus life. Из жизни Иисуса. In Jesus name. Во имя Иисуса. Bones that are broken. Кости, которые сломаны. Hear the word of the Lord. Слушайте слово Божье. The oil of the Holy Spirit is healing you. Помазание Духа Святого исцеляет вас. The electricity of the Holy Spirit is touching you. Электричество Духа Святого прикасается к вам. The power of God is healing you now. Сила Духа Святого исцеляет вас прямо сейчас. He is making you whole. Он делает вас целым. So rejoice, my son. Итак, радуйся, мой сын. Rejoice, my daughter. Радуйся, моя дочь. For the river is yours. Потому что река твоя. The author of the faith is yours. Потому что тот начальник спасения, он твой. He that began a work in you. Он начал работу свою в тебе. He is now completing it. Он теперь заканчивает. He is touching your body. Он прикасается к твоему телу. He's touching your spirit. Он прикасается к твоему духу. If your spirit is dead. Если ваш дух мертв. In sin and trespasses. В грехах и беззакониях. He's calling you. Он призывает тебя. Say, call on my name. Призови мое имя. Ask me to forgive you your sin. Проси меня простить тебе твои грехи. And I will enter into your life. И я войду в твою жизнь. I'll bring life for this death. Я принесу жизнь там, где есть смерть. I'll bring
refreshing where there's death. Я принесу обновление там, где нет жизни. And you will believe. И ты поверишь. And out of your being will flow rivers. И эти реки жизни. They will flow up into everlasting life. Они будут течь жизнь вечную. This big key of the Spirit. This he spoke about the Spirit. Это он говорил о духе. Because he was not yet glorified. Потому что он еще не был прославлен. But today he is glorified. Но сегодня он прославлен. He sits at the Father's right hand. Он сидит у Отца на правой стороне. Making intercession for you. И он за тебя ходатайствует. And he says, cast all your cares upon me. И он говорит, возложи все свои заботы на меня. Your small cares, your great cares. Твои маленькие, твои большие заботы. Your home, your family. Твой дом, твою семью. It over to God. Поверни это к Богу. Serve God with all your heart. Служи Богу со всем своим сердцем. And the river of life will flow out of you. И река жизни потечет из тебя. It'll flow into your village. И потечет твое селение. It'll flow into your home. Потечет твой дом. It'll flow across the Ukraine. Потечет через Украину. God is calling you. Бог призывает тебя. Zechariah chapter 10 verse 1. В Захарии 10 главе в первом стихе. He said, ask of me for rain. Он говорит, просите меня дождя. In the season of the latter rain. И просите меня позднего дождя. This is the season of God's rain. И этого сезон позднего дождя. In the last days, says God. Последние дни, говорит Господь. The day you and I now are living in. Дни, в которые ты и я живем. I will pour out my spirit on all flesh. Я излью от духа моего на всякую плоть. In the time of his outpouring. И во время этого посещения. Ask of him for rain. Проси у него дождя. He'll rain on your soul. Его дождь прольется на твою душу. He'll rain on your life. Его дождь прольется на твою жизнь. He'll refresh your spirit. Он ободрит и обновит твой дух. Raise your hand by faith. Подними свою руку по вере. And say, yes, Lord. Да, Господь. I receive. Я принимаю. I want the rain of God. Я хочу дождь Божий. I want you, God. Я хочу тебя, Господь. I want all of you. Я хочу всего тебя. In your fullness. В твоей полноте. In your power. В твоей силе. In your glory. В твоей славе. Move on my life. Двигайся в моей жизни. I surrender my whole heart to you. Я отдаю тебе все мое сердце. I am no longer my own. Я больше не принадлежу себе. I belong to you. Я принадлежу тебе. You bought me with your blood. Ты купил меня своей кровью. Thank you, Jesus. Спасибо, Иисус. For forgiving my sins. Ты простил мои грехи. I confess my sins. Я исповедую мои грехи. I'm a sinner. Я грешник. I need you, God. Я нуждаюсь в тебе, Иисус. Wash me with your blood. Омой меня твоей святой кровью. Make me your son, your daughter. Сделай меня твоим сыном и дочерью. I give you all that I have. Я даю тебе все, что я имею. Open heaven. Открой небо. And let the river of God flow. Позволь реке жизни течь. Out of your believing heart. Из вашего верующего сердца. Out of your believing spirit. Из-за того, что вы верите, из вашего духа. Let that river flow. Пускай эта река сейчас начинает бежать. Let nothing hinder that flow. Пускай ничто не останавливает течение этой реки. For wherever that river flows. Потому что туда, куда эта река течет. There's life. Там есть жизнь. Life. Жизнь. There's life. Жизнь. He is the author and the finisher of our life. Он начальник и совершитель спасения нашего. Let him receive glory in your life. Пускай он вы сейчас прославите в жизни своего. You are the temple of the Holy Spirit. Вы являетесь храмом Духа Святого. So glorify God in your temple. Итак, прославляйте Бога в своем храме. Let it be a holy temple unto the Lord. Пускай это будет святым храмом Господу. Set apart for the glory of God. Для того, чтобы он отдельно стоял для славы Божьей. Let God be glorified in your body. Пускай Бог прославится в вашем теле. Father, tonight, Отец, сегодня. Those that are sick in their body, те, которые больны в теле. Touch your temples. Прикоснись к своим храмам. Let virtue flow. Пускай сила бежит. In every body. Течет во всех. Father, stomach disorders today. Отец, все болезни живота. Heal. Внутри исцели. In Jesus' name. Во имя Иисуса. In Jesus' name. Во имя Иисуса. Ears that cannot hear. Уши, которые не могут слышать. Open them. Открой их. In Jesus' name. Во имя Иисуса. Tongues that cannot speak. Языки, которые не могут говорить.
Loose them. Освободи их. In Jesus' name. От, во имя Иисуса. To praise the living God. Чтобы слава была Богу. Lives that are dead. Те жизни, которые мертвы. In their sin. В грехах. Father, resurrect them. Отец, воскреси их. Through the blood of Jesus. Через кровь Иисуса Христа. Through the forgiveness of your blood. Через прощение крови Иисуса Христа. Make them alive in you. Сделай их живыми для Тебя. Father, complete the work you began in us. Отец, закончи работу, которую Ты начал в нас. And we'll be careful to give you the glory. Отец, мы будем осторожны, что только Тебе дать славу. The Holy Spirit's touched many of you. Дух Святой сегодня прикоснулся ко многим из вас. The Spirit of God has breathed on many of you. Дух Святой сегодня дыханием своим дышал на вас. You felt that river of life. Вы чувствовали эту реку жизни. He's touched your body. Он прикоснулся ваших тел. If he's touched you, если он прикоснулся к вам, be careful to give him all the glory. Будьте осторожны, что только ему дать всю славу. Jesus Christ alone is worthy. Иисус один достоин. Give him praise. Дайте ему славу. Lift up your hand. Поднимите ваши руки. And praise his name. Прославьте его имя. If he's touched you, прославьте его имя. Magnify him. Если он коснулся вас, возвеличьте его имя. In Jesus' name. Во имя Иисуса. We extol you, Lord God. Во имя Иисуса. We worship you, Jesus. Мы поклоняемся тебе, Господь. We thank you, Lord God. Мы благодарим тебя, Господь. For what you've done in our body. То, что ты сделал в нашем теле. What you've done in our spirit. То, что ты сделал в нашем духе. We thank you, Lord God. Мы благодарим тебя, Господь. You are a mighty God. Ты всемогущий Бог. You're the author of our life. Ты тот, который начальник жизни нашей. You're the keeper of our life. Ты тот, который хранишь нашу жизнь. You preserve us to present us to your Father. Аллилуйя. Amen. Hallelujah. Аллилуйя. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank God's you, Lord. Touched you. If God's touched you, если Бог коснулся вас, tell somebody. Скажите это кому-то. Jesus touched me. Иисус коснулся меня. He's touched me. Он коснулся меня. I feel the difference. Я вижу разницу. I feel life stirring in me. Я вижу, как жизнь начинает двигаться во мне. Something is happening in me. Что-то случается во мне. The Holy Spirit bears witness to my heart. Дух Святой имеет свидетельство внутри меня. God's touched me. Бог прикоснулся ко мне. What happened to the 10 lepers? Что случилось с 10 прокаженными? Only one came back. Только один пришел. And he bowed before Jesus. И он упал пред Иисусом. And he worshiped him. И он поклонился ему. If God's touched you, если Бог коснулся тебя, don't be like the 9 lepers. Не будь как 9 прокаженных. Be like the one that comes back to Jesus. Будь тот, который идет к Иисусу. And worship Jesus. И поклонись Иисусу. When you give a testimony, когда ты дашь свидетельство, give all the glory to Jesus. Дай всю славу Иисусу. Give all the praise to Jesus. Дай всю славу Иисусу. He's the one who heals. Он тот, который исцеляет. He's the one who saves. Он тот, который спасает. He's the one who delivers. Он тот, который освобождает. He's the one who does the word. Он тот, который делает все. We praise God with you. Мы благодарим Господа вместе с тобой. We praise the name of Jesus with you. Мы прославляем имя Иисуса вместе с тобой. He's touched you. Он прикоснулся к тебе. Tell somebody. Скажи это кому-то. Thank you, Jesus. Спасибо, Иисус. Thank you, Jesus. Спасибо, Иисус. Thank you, Jesus. Спасибо, Иисус. Thank you, Jesus. Спасибо, Иesus. In Jesus' name. Во имя Иисуса. When you begin to loose the testimony. Когда ты начинаешь говорить свидетельство. That many of you receive a complete healing. Многие из вас получат заключительное исцеление. It started. Оно началось. As when your faith touched God. Это тогда, когда ваша вера прикоснулась к Богу. As you open your mouth. Если вы откроете ваши уста. And tell somebody what Jesus Christ has done. И скажите то, что Иисус Христос сделал вам. What he began to do. In you. То, что он начал делать в вас. Will be completed in you. Он закончит. And he will receive all the glory. И он получит всю славу. Let's praise the Lord today. Давайте прославим Господа. Let's lift up our voice. Давайте поднимем наш голос. Let's give God glory in Давайте the house. Давайте скажем славу Богу в этом доме. Thank you, Jesus. Спасибо, Thank Иисус. You, Lord. You son of a God. Kira Saravan, Sikama Saravan, Sikama Saravan, Sikama Saravan,
Браття, сестри, Господь сьогодні перебуває Святим Духом серед нас. Вже більше 4 годин, як іде це зібрання. Але, браття, сестри, хотілося б ще стояти тут перед лицем Бога і відчувати присутність Божої сили, бо Дух Святий серед нас. Алілуя Йому! Алілуя нашому Ісусу! Сьогодні багатьох Господь ісцелив духовно, багатьох. Я віру протягом цілого зібрання, як Божий напрямок був для ісцілення твоєї душі. Переступи волю Божу, щось роби неправильно. Можливо, дума неправильно, дивився неправильно. Божа рука була протягнута і милість Божа над твоїм життям. Повір цьому, що то є правда. Повір, що тобі Бог прощає. І кров'ю свята омиває серце твоє. Омиває серце твоє. І воно чисте перед лицем Господа. Тому що ти казав, Боже, помилуй мене. Боже, прости мене. Алілуя. Алілуя. Але я сьогодні хотів би зробити заклик перед лицем Бога, перед лицем багатолюдного народу. Може, є на цьому місці люди, які не віддали Богові свого життя, які не покаялися в гріхах своїх. Ви томитеся. Ваше життя не наче того раба на галерах, який не має волі, прив'язаний до цих весел. І він розуміє, буде корабль тонути, і він потоне разом з ним. Немає волі, немає волі. Я хочу сказати, Ісус, я на цьому місці, який хоче тебе звільнити, який хоче простити тобі всі твої гріхи, всі твої гріхи. Він є живий, живий Ісус на цьому місці. Алілуя Йому! Алілуя Йому! Я просив би всі, браті, сестри, закриємо очі, будь ласка, і починаємо молитися. Починаємо молитися. Всі, служителі Божі, всі молимося, молимося, молимося. Алілуя, амінь. Алілуя, амінь. Спасаюча Божа сила. Спасаюча Божа сила на цьому місці. Протягнута Божа рука. Протягнута Божа рука для того, щоб рятувати, спасати, милувати. Господь на цьому місці являється Святим Духом. Алілуя! Алілуя! Хвала Ісусу! Хвала Ісусу! Хвала Ісусу! Фарабіда гела бітанія! Карабіда гела бітанія! Алілуя, амінь! Алілуя, амінь! Алілуя, амінь! Я звертаюся, хто є на цьому місці, хто хотів би віддати сьогодні своє життя для Ісуса Христа, своє життя повністю віддати для Ісуса Христа, покаятися в гріхах і не служити більше дияволу, а служити Богові. Якщо є на цьому місці такі люди, підніміть вашу руку, будь ласка. Підніміть, будь ласка, в ім'я Ісуса Христа. Я бачу підняти руки, бачу підняти, бачу там підняти руки. Я вас запрошую, будь ласка, дорогенькі, в ім'я Ісуса Христа, проходьте сюди допереду, будь ласка, проходьте тут, на цьому місці. Ісус буде знімати ваші гріхи, прощати вам ваші гріхи, і кров'ю святою омиє ваше серце. Алілуя, алілуя, алілуя. Будь ласка, швиденько. Друзі, дайте, будь ласка, їм проход. Дайте можливість пройти сюди допереду. Дайте можливість пройти допереду. Проходьте до Ісуса Христа. Ви приходите сюди до алтаря Божого. Ну тут знаходиться Син Божий, алілуя. Син Божий, прощаючий Ісус. Алілуя, алілуя. Хто ззаді там піднімав руку, будь ласка, проходьте сюди допереду. Дайте можливість пройти для цього чоловіка. Будь ласка, проходьте. Хто ще бажав би прийняти Ісуса в своє серце? Сьогодні можливість Бог дає для тебе. Бог дає для тебе в цьому зібранні. Ава Отче, Ава Отче, Фарабіда гела бітанія, алілуя. Сила Божа перебуває тут. Сила Святого Духа. Сила Святого Духа. Ава Отче, Фарабіда гела бітанія, алілуя, амінь. Алілуя, амінь. Хто ще бажає покаятися? Будь ласка, декілька, можливо, коротенький час цього заклику буде. Господь кличе вас до себе. Сестри, брати, там з лівого боку, будьте чуткими, бачите, йдуть, давайте можливість таким проходити. І молимося, молимося, хай Дух Святий звершує працю. Ідуть люди. Ідуть люди, молимося, брати, сестри, молимося, хай Дух Святий звершує працю. Ви бачите, скільки ось тут хлопців, чоловіків. Кличе Господь там всередині, зліва, справа. Прошу, брати, сестри, молимося, піднімаємо голос молитви. Хай Бог рятує сьогодні, Він прийшов на це місце спасаючи.
Алілуя. Давайте, давайте можливість людям проходити. А ми молимося, молимося, брати і сестри. Ще там ідуть, зліва, справа. Ідуть, молимося, молимося, брати і сестри. І давайте можливість таким проходити, будьте чуткими. Пускайте, пускайте їх, хай проходять, будь ласка. Ти ще не увійшов в ковчег спасіння. Відчинені двері, може це останній раз тебе кличе Господь. Не упусти цієї можливості. За тебе плакала твоя мама над колискою. Може ночами проливала сльози, а сьогодні ще раз Дух Святий кличе тебе. Спіши, твій день. Молоді хлопці проходять. Сльози на очах, чому? Відповідь приходить на материнські молитви, на молитви церкви. Протягнути спасаючі руки Ісуса Христа. Я їх бачу сьогодні, Він пригортає. Спіши, в Його обійми швидше. Він чекає на тебе. Виглядає тебе, як той добрий батько. Там ще зліворуч, туди далі, ззаді, там, посередині. Дивлюся, рухаються хлопці. Давайте можливість проходити. Хай Бог благословить, чуєте, йдуть один за одним. Слава Богу, Дух Святий працює, брати і сестри. На це місце споглядають очі Господні, Він бачить сьогодні, Він створив цей день. Він послав всі умови для тебе, щоб ти отримав спасіння. І Він дарує його даром. Спіши в цей ковчег спасіння, не запізнись. Не бійся. Я часто пригадую, коли в одному місці, в одному багатоповерховому будинку трапилась пожежа. І ось на одному з балконів стояв хлопчик, люди кругом стояли, казали, скачи, бо бачили, як вогонь піднімався, але він не наважився. Коли цей натовп побачив, біг якийсь чоловік, це біг батько, підбіг і крикнув, синок, скачи! Цей хлопчик без обдування пустився вниз, його батько впіймав, притулив до себе. І всі питали, чому ти не скакав, як ми сказали, як тато сказав. Ти зразу скочив, він каже, бо я знаю, татові руки мене не випустять. Друже, батькові руки не випустять тебе. Він є добрий і чекає сьогодні. Протяг, не бійся, йди. Іди, може, тобі потрібно сьогодні скочити там, де ти сидиш. Спіши. Алілуя, молимося, брати і сестри, хай Дух Святий продовжує працю. Алілуя. Я знаю, мені Дух Святий каже, ще є таких багато хлопців, ще є дівчат, які є не спасені, і на вас сьогодні тут чекає Господь. І Він хоче поміняти твоє життя, подарувати тобі нове життя. Молимося, дивлюсь, там багато падають і на коліна, і ще проходять, брати і сестри. Я дивуюся, як Дух Святий сьогодні, бачите, чоловіків зайняв, сьогодні в цей невод спасіння. Спішіть своїми сім'ями, своїми родинами. Молимося, вже більше 40 душ стоять. Сльози капають. На ту землю капала кров Ісуса Христа, щоб дарувати тобі спасіння. І Він відкрив ці двері. Спіши, не запізнися. Хто ще є не спасений, піднімайте руку. Кого сьогодні чекає Господь, де ви є? Спіши. Може, ти десь далеко, але ще твій шанс. Може, ти стоїш і не можеш рухнутись. Може, диявол думками тебе б'є, що буде і як. Знай, руки Ісуса не випустять тебе. Молимося, брати і сестри, хай Дух Святий не перестає ще спасати. Іде молитва. Брати і сестри, піднімаємо голос молитви. Ще є чоловіки, ще є жінки, не спасені. І сьогодні на тебе виглядає Господь. Алілуя. Усилює молитву. Хай Господь сьогодні Духом Святим розбиває всякі окови. Він прийшов випустити змучених на волю. Їх змучив гріх. А сьогодні Ісус випустить хоче тебе. Спіши до Нього. Алілуя. Алілуя, там ще пускайте ще там пускайте хлопець, дівчина, а ми молимося, брати і сестри. Чуєте, піднімається молитва, і Господь починає розбивати окони. Алілуя.
Слава Ісусу! Там ще ззаді рухаються. Давайте можливість. Чуєте, молимся, брати сестри, подивіться, що робить молитва. Піднімається молитва. І ще одна вирвана душа. Ще і ще йдуть. Молимося, молимося, брати сестри. Продовжуємо. Продовжує працю Дух Святий. Давайте його місце. Відкривайте. Відкривайте для нього двері свого серця. Хай спасає. Старші, молодші, чоловіки, жінки, хлопці, дівчата, діти. І вас сьогодні кличе Господь. Спішіть цей невод. Невод спасіння. Алілуя. Я дивлюся, як вони тут моляться, плачуть. Весна прийшла в душу. Біжать струмочки. Ще там падають дівчата на коліна. Тому що спасає Господь. Пускайте ще тут дівчину. Чуєте, він шукає сьогодні. Алілуя. Він оглядає. Ще там пускайте, хлопця, біжіть бігом. Пускайте його швиденько, швиденько пускайте. Біжіть, чому? Його торкнувся Дух Святий. Алілуя. Слава Ісусу. Ще вириваються з полону сатани. Ідуть на волю сини і дочки Господні. Бо за них покладена велика ціна. Це життя Ісуса Христа. Це Його пролита свята кров. І в ім'я Ісуса Христа приходить воля. Славим Господа, молимося, молимося, брати, сестри. Хай веде працю Дух Святий. Алілуя. Кажеться, з одної сторони, браття, сестри, чому зразу не вийшли? Навіщо такий довший заклик? Браття, сестри, диявол тримає людей. Ви розумієте? Тримає в духовному світі. Диявол хотів би, щоб вони далі робили гріхи, робили переступи, робили те, що було вчора і третього дня. Але Господь цьому зібранні кличе сьогодні. Господь протягує свої руки. Ви думаєте, легко тому блудному сину було рішитися йти додому батька? Рішитися йти, браття, сестри, важко йому було йти. Але він сказав, встану, піду до батька мого і скажу йому, я недостойний називатися сином твоїм. Прийми мене в число наймитів своїх. Диявол і тоді йому приносив різні думки, але він став, піднявся і пішов в напрямку батьківського дому. А там батько його чекає, протягує руки, біжить йому назустріч, обнімає його. Це син мій, був мертвий, а тепер живий, він пропадав, а тепер знайшовся. Алілуя! Хвала Ісусу! Сьогодні небесний батько протягує свої руки до вас. До вас стоє на цьому місці. Ви бачите ці руки? Ви бачите ці руки, які протягуються? Ще виходять люди. Люди ще виходять. Браття, сестри, молимося, будь ласка. Молимося, будь ласка. Будь ласка, я звертаюся, хто є ще у цьому натовпі людей. Ви не вийшли допереду, але відчуваєте, вас немає волі вашої душі. Господь бажає сьогодні зруйнувати всі плани диявола відносно вашого життя і дати вам волю, дати волю. Ще одна молода дівчина схилилася перед Богом. Будь ласка, ще одна приходить дівчина. Браття, сестри, Господь спасає людей. Це велика милість для України. Це велика милість для зібрання для багатьох святих. І так само для твоєї душі велика Божа милість. Алілуя! Алілуя! Хвала Ісусу! Хвала Ісусу! Господь Святим Духом діє сьогодні на спасіння грішників у цьому зібранні. В ім'я Ісуса Христа! В ім'я Ісуса Христа! Нехай прийде воля для кожного серця! Або Отче! Алілуя! Чи є такі люди, хто бажає ще в останні хвилини сюди вийти, вибігти сюди допереду? Будь ласка, підніміть вашу руку і проходьте. І зразу проходьте. Господь говорить до вашого серця. Ви не знаєте, скільки вашого життя буде на землі. Японці, браття, сестри, не знали, що в один момент більше як 9 балів потрясе їхню країну. Вони не знали, що більше як 15 тисяч людей загине. Вони цього не знали. Браття, сестри, і ми не знаємо, що чекає нас попереду. Одне я скажу, сьогодні милість Божа велика, до твоєї душі, до твоєї безсмертної душі. І Бог бажає дати тобі спасіння, прощення, життя вічне. Він бажає назвати тебе сином своїм і дочкою своєю, сином своїм і дочкою своєю. Тебе
бажаю сьогодні назвати Господь. А ти скажеш, гріхи в мене великі, гріхи великі. Кров Ісуса Христа омиє твої гріхи. Повір тому. Друже, повір тому. Кров Ісуса Христа омиє твої гріхи. І ти будеш чистий. Ти будеш чистий, ти будеш радісний. Ти будеш прославляти Господа. Бог є на цьому місці. Алілуя йому. Алілуя йому. Хвала Ісусу. Хвала Ісусу. Якщо є, будь ласка, остання хвилина, і ми будемо приходити до молитви. Якщо є такі люди, підніміть руку. Ми почекаємо, якщо ви є ззаді, ви бажаєте пройти. Підніміть вашу руку, якщо є або тут. Алілуя! Алілуя! Я просив усіх, хто вийшов сюди допереду. Хто стоїть, то стоїть. Хто на колінах, на траві, на колінах. Закрийте ваші очі всі і повторіть за мною слова молитви, будь ласка. Дорогий наш Господь, голосно, будь ласка, дорогий наш Господь, ми сьогодні приходимо до Тебе і просимо Тебе, прости нам всі наші гріхи, прости мені, дорогий мій Ісус, кров'ю святою, омий моє серце, очисти мене. Я бажаю тобі служити. Я буду тобі служити. Допоможи мені, Боже. Я вірую. Сьогодні приймаю твоє прощення і твоє спасіння. Я вірую, що ти очистив мене. Слава тобі, Ісус Христос! Слава тобі, Ісус Христос! Браття, сестри, давайте ми прославимо Господа. Давайте прославимо Бога. Написано в Слові Божому. Якщо кається один грішник, небо радіє. Ангели радіють у небі, слава радіють. Ісусу. Покаявся один грішник. Сьогодні не знаємо скільки, можливо важко й перерахувати. Але небо їх знає. Браття, сестри, кожну душу знає небо. Господу слава нехай буде. Господу слава нехай буде. Алілуя йому. Алілуя. Алілуя. Браття, сестри, отаке має бути пробудження. Отаке має бути пробудження. Якщо ми говоримо за пробудження, це коли сила Святого Духа діє. Сила Святого Духа діє. І Божа благодать, велика Божа благодать. Коли, можливо, якийсь порядок такий нарушається, але воно в благодаті Божій. І в спасінні грішників, в зцілення людей. Алілуя, амінь. Алілуя, амінь. Хвала тобі, наш Господь, хвала тобі, Боже, ми перед лицем твоїм пристали, Боже наш милий, ми тобі дуже дякуємо за цих людей, хто вийшов допереду, дякуємо, Боже, за старших і молодших, чоловіків і жінок, юнаків і дівчат, Боже, дякуємо тобі за те, що ти привів їх до покаяння, за те, що ти сьогодні простив їм їхні гріхи, слава тобі, Ісус Христос, слава тобі, Ісус Христос, кров'ю святою, Боже, омий їхнє серце, омий їхнє серце, щоб вони були чисті, і нехай вони будуть дітьми твоїми, які вірно, вірно би служили на цій землі, Боже, тобі, святому твоєму імені, Господь дорогий, наповни їх силою Святого Духа, наповни їх силою Святого Духа, в ім'я Ісуса Христа умоляємо тебе, Боже, в ім'я Ісуса Христа, благодаттю твоєю, Боже, нехай ця річка живої води прольється в їхньому серці, щоб вони мали свідчення і мали, Господи, радість, і мали благословіння і твою свободу, Боже наш милий. Алілуя тобі! Господь, дякуємо тобі за все, що ти дарував цьому зібранні сьогодні, за благодать твою, слава тобі, Боже, за ісцілення, слава тобі, Боже, Господи, за свідчення, за проповіді, за все, що ти даруєш, слава тобі, Боже, слава тобі, Боже, ти достойний слави, честі, Господи, твоє лице повернуте до України, я тобі дуже за це дякую, дуже дякую, Ісусе, дуже тобі дякую за те, що твоє лице повернуте до України. Ти любиш народ український, Господь. Спасай ще багатьох у цьому краї. Алілуя. Ава, Отче, караба далаба, караміна гела бітанія. Алілуя. Караміна гела бача дарабітанія. Чантараба дараміна гела бітанія. Господь, твоя сила Святого Духа. Твоя сила Святого Духа. Господь, нехай витіснить всяку темряву і прийде свобода від тебе для кожної людини. Ава, Отче, Ава, Отче, алілуя, алілуя тобі. А
воочі, рама караміна, карабідагела бітанія, алілуя, амінь, алілуя, амінь, хвала тобі, Боже наш, алілуя, шадара бідагела бітанія, ісцеляюща сила Божа, ісцеляюща Божа сила, хвала тобі, Господь, слава тобі, Боже, дякуємо тобі за все, за це служіння, за все тобі честь і хвала, хай буде повіки. Амінь. Сестри, брати, така записка. Помоліться за мою доньку, що Бог уздоровив, в неї рак, три різних форми злоякісних пухлин. Вона після операції зараз знаходиться тут в домі молитви, її батько служитель. Є багато записок, які хотіли б подякувати Богу, свідкують, що Бог минулого служіння їх поуздоровлював. Наш Бог живий, алілуя! Тут брати перечитували, ви знаєте, потоком поступали записки. Ось набили цих два кульочки. Я прошу, браття, платочки. Тут є багато братів-служителів, я попросив би, щоб пройшли сюди. Піднімемо руки, покладемо їх, хай Господь являє милість. Браті і сестри, ви вірите в це? По вірі вашій, да буде вам. Амінь. Телефонувала сьогодні одна мати з Америки, штату Огайо. Сином біда і просила, плакала. Поможіть в моєму горі, скажіть, щоб там помолилися. Скільки людей з цілого світу звертаються, знає, тисячі людей моляться, Бог звершує працю і просять помоліться, брати, сестри. І як сьогодні нагадувалось, плачте з плачущими, давайте сьогодні будемо нести ці нужди, ці всі потреби. Зараз будемо всі, брати, служителя, піднімайте руки, молимося, хай Бог явить милість, дасть відповідь, щоб Бог спасав. Багато просили, щоб Бог дав чоловіка, дав діток. І різні потреби, щоб Бог спасав рідних, близьких. Молимося, піднімаємо голос молитви до неба. Молимося, брати, сестри. Слава! Дякуємо тобі, Господь, бо ми знаємо, ти могутній Бог. Амінь! Слава тобі, алілуя! Господи, ми вже тебе дякуємо за уздоровлення, за відповіді. Я знаю, ти молитву цю прийняв, алілуя тобі! І ти, Господь, відповідаючий, слава тобі! Слава тобі! Господи, хай тобі єдиному буде принесена хвала. Царуй Богу по віки вічні! Амінь. Хто тут, брати, сестри? Тут ось стоять батьки, просять помолитися за дитинку хвора. Ще хто тут є? Хто нуждається в уздоровленні? Піднімайте руки. Бог протягом всього служіння звершив свою працю. Тримайте руки, тримайте руки. Ми зараз будемо молитися. Я попрошу всі брати, хто є тут на помості, всі служителі, піднімайте руки до неба. Хай Господь сьогодні являє милість, уздоровлює, бо Він Бог живий, в ім'я Ісуса Христа. Хто нуждається в цьому? Молимося, брати, сестри, за ту дівчину, яка там всередині чекає милості. Привезли з Києва спеціально сюди, щоб Бог протяг свою руку. Ми будемо зараз молитися.
Ще. Брати і сестри, у Львові пастир церкви є Володимир. І не так давно, пройшло декілька років, померла донька, 11 років цукор. А зараз 4 рочки хлопчику, 5 вже, 5 рочків. І вчора я телефоную, а він такому відчаї. Каже, брате, не знаю, впадає в кому. Помірили цукор і не знаємо, що, і кричимо усі до Господа. Я стомився, прохожу долиною, і я казав, Господи, чи забери мене від цього всього, чи щось, Господи, роби ти. Брати і сестри, підтримає і каже, помоліться, щоб Бог явив милість. Плачуть ті діти, плаче та сім'я. Брати і сестри, ми зараз будемо молитися, щоб Господь явив милість. Хай Бог благословить. Браття і сестри, ще немножечко. Я понимаю вас, розумію, що ви маєте ці великі нужди перед лицем вічного Бога. Но в той же самий момент, коли Бог свершив у моїй сім'ї, мої уста сказали, где я буду говорити о твоїй этой милості, я буду просити народ воздати славу тебе. И вот моя нужда перед вами – воздать славу Богу. И когда мы будем воздавать славу Богу, братья и сестры, в наш дом придет слава Божья. Аминь. Вечному Ему слава. И если вы хотите воздать Ему славу и хотите сказать свою нужду и поднимите руку о своей нужде, то прежде скажите Ему славу. Аллилуйя, аминь. И на эту славу будет ответ Божий. По вере твоей да будет тебе. Аллилуйя, аминь. Ось бачите, сестра у гіпсу піднімає руку, каже, Бог уже оздоровив мою руку. Я знаю, багато тут ще були дякувати, що Бог уже сьогодні тут явив багато милості, чудес своїх. Аминь. І так, хто желає воздати славу Богу? Аминь. Воздаем славу Богу. Аллилуйя, аминь. И молимся о нуждах. Свят Бог, аллилуйя. Благословен ты, Господь, ремена удасамен. Аскиби ремена удасамен, Ава Отче. Ты сегодня простираешь скипетр жизни, аллилуйя, аминь. Ава Отче, ты оживляешь душу и тело, арберера удасамен, аллилуйя, аминь. Кэнс, турибите ремена удасамен, аллилуйя, аминь. Итак, помоги нам, Боже мой, остаться верными тебе. Аллилуйя, аминь, ибо ты остаешься верным для нас. Аминь, ты перевязку делаешь в стане народа. Ава Отче, ты ложишь бальзам на раны. Аллилуйя, аминь. Скабарабарауда самен, Ава Отче. Вечный мой Господь, во имя Иисуса Христа, мы молим тебя и просим тебя, не пройди никого, Господь. Аллилуйя, аминь. Может быть, кто-то говорит недостоин, а ты, Господи, дай свою милость. Аллилуйя, аминь. И исцели, Господь.
Арминауда скибермена Арминауда саме наледуя амінь і да славиться ім'я Твоє. Ми, Боже, воздаем Тебе хвалу і славу і ждем милості от Тебя, Господь, для нас і потомства нашого, ібо тільки Ти є Бог наш. Алілуя, амінь. Прийми благодарення і моління наше, да буде, Господи, пришедшее на пам'ять пред Тобою. Милость Твоя велика була, і, Боже, да буде вона й надалі над станом народа. Ти хранил і привел на це місце. А я вместе с народом прошу, храни в дорогах, аминь. Храни в пути, Господь, аллилуйя, аминь. Ребечеке тераменаудес. Храни от аварий, Господь. Ава, Отче, я молю Тебя, Боже мой, Твої ангели да сопроводят до домов, аминь. Ребечеке беременаудес. Храни в домах, Боже мой, аллилуйя, аминь. Благословляя и спасая нас и потомство наше, наш любящий Бог, возьми, Господи Боже мой, в удел каждого из нас и веди с этого места, чтобы мы воистину были, Господи, Твоими сыновьями и дочерями. Наш любящий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и єднання Святого Духа хай буде з нами. Амінь.